Мультяшки, развивашки! Привет, ребята! Вы любите играть машинками? Ну, конечно же! А построить интересный, красивый город? Да, я знаю, вы хотели бы. Вот, смотрите, у нас сегодня такая вот машина грузовая и экскаватор. Мы начнем с того, чтобы построить ровную дорогу, чтобы проезжали машины, а в дальнейшем строили наш город. Так, смотрите, как экскаватор набирает ковшом землю и высыпает нашу грузовую машину в кузов. Посигналил экскаватор, и машинка наша поехала, чтобы выгрузить эту землю в ямки. Так, остановка, выгружай. Вот так, молодец. Выгрузил и поехал дальше. Так, завелась машина и поехала к нашему экскаватору. Остановился, посигналил. Видит наш экскаватор, что нужно наполнить кузов. Полон. Один ковш. Так, еще давай. Второй ковш. Так, потихонечку. Молодец, выгружай. Еще есть место. Так. И еще третий ковш. Потихоньку. Вот так выгружаем. Посигналил? Я вижу. И поехал, молодец. Аккуратно и осторожно. Ой, пошел дождь. И радуга. Но это не помеха нашей стройке. Так, под яблоньку. Яблоньке нужна земля, чтобы на ней были яблоки. Росли спелые. Так. А теперь бульдозер приступит к работе. Бульдозер нужен нам для того, чтобы выравнивать нашу дорогу. Вот видите, у нас такие ямки. Их нужно засыпать землей. А бульдозер будет выравнивать. Вот, это такая мощная машина. Так, подъехала еще машина с землей. И еще засыпает ямку. Так, осторожно. Выравнивай ровненько, чтобы дорога была ровная и аккуратная. Молодец. Ой, какой ты сегодня пасмурный денек. Это не помеха нашим работникам. Наши машины работают. У них цель сделать ровную, хорошую дорогу, чтобы машины ездили с удовольствием. Так, потихонечку, аккуратно. Молодцы, как они слаженно работают. Еще приехала машинка, выгрузила землю. Так. А бульдозер выравнивает все ровно, аккуратно. Молодцы. Так, выгружай еще. Вот так, поехали дальше. Мы потихонечку продвигаемся. Пролаживаем такую ровную, красивую дорогу. Вот так. Засыпаем. Еще не хватает нам немножечко земли. Давай. Выгружай. Будет красивый, уютный и хороший городок у нас. Будут красивые дома, ровные дороги, по которым будут ездить машины. Вот и солнышко вышло. Как чудесно. Так, давай. Вперед. Ой, когда всегда идет дождь, выходит радуга. Вы замечали? Да, конечно же. Очень красивая радуга. Так, задний ход. Молодец. Грузовичок работает чудесно, очень быстро и оперативно. А бульдозер все знает свою работу. Потихонечку подгребает, выравнивает ямки. Делает дорогу ровной и красивой. Молодцы.
малыш, подпишись на наш канал.